надоело объяснять это каждому индивидуально, поэтому я записываю это видео. Тема ролика: почему нельзя катать просто через парк, а обязательно нужно сделать парковый самозанятый. Катая через парк, вы работаете нелегально, то есть вы нарушаете закон. Что вам за это грозит? Первое. Неприятности с банком. В любой момент банк может спросить у вас, за что вы получаете ваши деньги на карту регулярно. Это твое? Мое. Откуда? Оттуда. Уж не финансируете ли вы террористов? А согласно статье 205 части 1, данное деяние наказывается лишением свободы от 5 до 10 лет, потому что неизвестно, на что эти деньги идут. А может быть, вы обнальщик тогда? Почему вы получаете деньги непонятно от кого и непонятно за какие услуги? Там есть две части. Первая часть – это кто деньги отправляет, и вторая часть – это кто пользуется обналичными средствами, то есть это вы. А за это, вот именно вас, накажут штрафом в 100 тысяч рублей или лишением свободы до 6 лет. Второе. Неприятности с полицией. В любой момент вам может попасться марамой, либо клиент, которому вы просто не понравились, у вас может возникнуть скандал. Остановите машину! Остановите! Меня украли! Украли! Остановите машину! И он вас обвинит в незаконной предпринимательской деятельности. И крыть вам будет нечем. А это, извините, статья 171, часть 1, наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы до 2 лет. Третье. Неприятности с налоговой. Все вы прекрасно знаете, что если вы не платите налоги, налоговая может у вас спросить. В любой момент Яндекс может сдать вас. Этот нехороший человек предаст нас при первой опасности. Государству, потому что все прекрасно понимают, сколько в Яндексе денег, сколько в такси денег, а таксисты не платят налоги. А это статья 199. За уклонение от уплаты налогов штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо арест до 6 месяцев, или от 1 до 2 лет лишение свободы. Да, конечно, вероятность этих случаев, которые я рассказал, достаточно невелик. Но проблема в том, что если, не дай бог, у вас произойдет один из этих случаев, вы, во-первых, запомните его на всю жизнь, во-вторых, вам не хватит сэкономленных денег, которые вы сэкономили на налоги, чтобы решить этот вопрос. Ну а в-третьих, вы не сможете красиво отмазаться, потому что вы по факту не правы. От этого никто не застрахован. Оно вам надо из-за каких-то ссаных 4% подвергать себя огромному риску и иметь такую головную боль. Зачем вам это надо? Поэтому я всех призываю сделать парковый самозанятый, тем более это очень выгодно. Благодаря нему у вас улучшается качество заказов, вы получаете приоритет плюс 5 навсегда, вы получаете промокод 12 часов работы без комиссии, а главное, у вас будет, не будет проблем ни с клиентами, ни с законом, ни с налоговой, и вы будете спать спокойно. Я считаю, что это очень крутые вещи, ради которых стоит переплачивать этот несчастный процент и быть в белой зоне. Ваши заказы станут жирнее, вы будете спать спокойно и не будете думать о том, что в любой момент можете попасть под огромный штраф, а тем более под уголовку, если совсем все пройдет плохо. Как бы то ни было, я вас предупредил, подключить парковый самозанятый можно в нашем парке по ссылочке в описании. Если вам не понравится, как по какой-то причине работать через парковый самозанятый, вы спокойно сможете его отключить и работать как раньше. Делается это элементарно за 2 минуты. Но таких случаев еще не было. Все, кто подключал парковый самозанятый, видел, насколько хорошо летят заказы от Яндекса, и никто не хочет отказываться от дополнительного достойного заработка. Как-то так, ребята. Всем удачи. Всем больших заработков. Работайте только с надежными партнерами. Поделитесь этим видео со своими друзьями и... Всем желаю больших заработков и не иметь проблем ни с законом, ни с налогами, а просто спокойно много зарабатывать. Всем пока!